Депутат Мособлдумы от «Единой России» обсудил с директорами Барвихинской школы и Одинцовской средней школы номер 17 вопросы качества питания в учебных заведениях. «Прошли времена, когда невкусная еда в школьных столовых считалась чем-то обыденным», – сказал Дмитрий Голубков. Директора обеих школ заверили, что поставки продуктов питания ведутся в штатном режиме, цены подрядчики оставили прежними. Парламентарии продолжат держать вопрос школьного питания на контроле.